вытягиваем к линии горизонта, а потом резко выводим. Вон чуть-чуть матом. Опа! Сейчас попробую прыгнуть на выходе из галса. Нихера. Ты просто уже его типа из этого, из ветрового окна вывел, и тяга пропадает. Я так думаю. А мы сейчас попробуем еще раз. Резко вверх. И вот тут сейчас должно потянуть. Нихера. Тебе надо было сильнее его в землю, наверное, направить. Ну давай сейчас попробуем, блядь. Я налево сильно ухожу все время. Нет, ты сильно направо уходишь, по-моему. Видишь, эти летают с маленьким змеем в основном в той зоне. Надо на 5 счетов летать. За 5 секунд проходит 1, 2, 3, 4, 5 назад. 1, 2, 3, 4, 5 назад. Видишь, так он довольно стабильно себя ведет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Назад. Еще назад. 1, 2, 3, 4, 5. Блять, мне порыв ветра поймать во время галса. У меня не Алло. У меня нету. Ну никак, у меня и подштанники только, и термуха, и все. А босиком можно? В носках? На сколько? А ну проф, сейчас попробую сделать прыжок. Я не заснял этот момент. Я надеюсь, ты им не порезал струбы. Сейчас скажут: так, пацаны, вот 150 баксов, пожалуйста, счет. Работы до полвечера. Блять, нихуй по сторонам тянется.